База атакована. Как самочувствие? О, случай запущенный. База атакована. Пошло-поехало. База атакована. Отдавим их интеллектом. Почему бы и нет? Как скажешь. Жду не дождусь. Все понятно. Давай, удиви меня. База атакована. Приказ получен. Все по-взрослому. Круто! Окей. Конечно! Кто на новенького? База атакована. Давно бы так! Не ложись! Поехала. База атакована. База атакована. Давай, удиви меня! Есть, сэр! Точно! Потяни!
приказ помочь! База атакована. Хранилище. Отлично! База атакована. Кого подлатать? Есть? Да, да. Требуются дополнительные хранилища. Есть! База атакована. Точняк. Задавим их интеллектом. Конечно! Почему бы и нет? Все понятно. Давай, удиви меня! База атакована. Высылайте подмогу! Вижу. Давно бы так! Бегу, Мор! Так точно! Это... Сейчас рванет! База атакована. Превосходно! Все понятно! Вас понял! Время действовать. Приказ получен. Леспеновый гейзер иссяк. Что происходит? Бегом, Марк!
чего пугаешь? База атакована. Приказы будут? Что за спешка? Доктора вызывали? Прочь с дороги! Доктора вызывали? Вооружен! ИСМ готов! Кому навешать? Составим их интеллектом! ИСМ готов! Окей! Доктора вызывали? Давай, удиви меня! ИСМ готов. Будет сделано. Доктора вызывали? Бегом! ИСМ готов. База атакована. Приказ получен. ИСМ готов. Постой. Доктора вызывали? Еще бы. Будет сделано. Бегом! Как скажешь. Понятно! Так точно! Почему бы и нет? Превосходно! Прочь с дороги! Еще бы! База атакована. Yes, sir. Как скажешь. Бегом! Вас понял. Круто! Окей. Понятно!
Отлично! Задавим их интеллектом! Конечно! Почти добрались до артефакта. Сейчас мне будет больно! Как скажешь! Всего на новенького! Время действовать! Конечно!
Понял по-взрослому. Вас понял. Брать дороги! Кто на новенького? Отлично! Время действовать! Приказы будут? Тревога. Зерги начали извлекать артефакт. Сейчас мне будет больно! Ребята сейчас заберут артефакт. Артефакт у нас. Сматываем удочки. Я совсем забыла, какой ты изобретательный, Джин. Но я не повторю эту ошибку. Черриган. Интересно. Разве уголовникам давали доступ к нашей базе данных? Просто стараюсь быть в курсе событий, капитан. Я смотрю, этой королевы клинков все боятся пуще смерти. А по мне так ничего особенного. Ты понятия не имеешь, кто она, верно? Мне-то какое дело? Ну, а Джиму дело есть. Они были близки. Погоди-ка. В смысле, они того этого?
Очевидно, она была другой, пока ее не забрали зерги и не превратили в это. И Джимми винит в этом себя. Честно, если мы встретимся с ней лицом к лицу, не знаю, что он сделает. Такой женщине только одна дорога. Я застал Тайкуса за сбором информации о Керриган в нашей базе данных. Не знаю, какую игру он ведет, но доверять ему нельзя. Мэтт, мы с Тайкусом дружим уже давно. Вместе прошли через многие неприятности, и он ни разу меня не сдал. Когда легавые нас прижали, он взял всю вину на себя. Я начал жизнь с чистого листа, а его упрятали за решетку. Я понимаю ваши чувства, сэр, но... Я перед ним в долгу, Мэтт. Хватит об этом. Слушаюсь, сэр. Ты вроде как снова в деле, Рейнер. Видимо, тебя ввели в курс событий. Именно так, мистер Хилл. Чтобы противостоять зергам и Доминиону одновременно, мне понадобятся люди. У тебя есть свободные наемники? Как началось нашествие, мои ребята на расхват. Но твой бармен делает божественный майтай. Так что, конечно, у меня найдется для тебя парочка интересных предложений. Вы сама любезность, мистер Хилл. Надо бы его снять. Хотя ребятам вроде бы кажется, что это круто. Есть предложение. Как там, Джимми? Ну разве ты не зайчик? Ох, что ж так подкрадываешься? А что? Мне еще не скоро на смену. Было бы неплохо завести тут живую музыку. Тони Вермиллион в прямом эфире из студии UNN. Сегодня мы поговорим о печально известной королеве клинков. Ученые и военные предполагают, что эта загадочная особа появилась вследствие мутации человеческого организма под воздействием вируса зергов. Верно, Донни.
Может ли быть так, что в теле предводительницы зергов бьется человеческое сердце? Меня беспокоит другой вопрос, Кейт. Значит ли это, что возможен союз между тиранами и зергами? Донни, у нас нет абсолютно никаких подтверждений того, что после заражения тираны сохраняют свободу воли. Вы правы, Кейт. В таком случае остается один вопрос. Как убить королеву клинков? Это серьезный вопрос. Если ее не удастся нейтрализовать, то человечество обречено. Твои приятели Мёбиуса случайно не упоминали, что королева клинков тоже положила глаз на артефакты? Слушай, они просто дают мне инструкции. Да и какая разница? Нам все только спасибо скажут, если мы прикончим эту тварь. Я думал, что у тебя все вертится только вокруг денег, Тайкус. А почему бы мне не помочь человечеству и заодно не подзаработать кредитов? Да уж. Надо бы подлатать нашу старушку. Нравятся мне все эти огоньки. Должен сказать, шеф, увести артефакт из-под носа и у зергов, и у протосов – это высший пилотаж. Сэр, когда у нас откроется лаборатория? Было бы здорово начать исследование. Вы в порядке, сэр? Встретить Керриган после стольких лет? Мы должны остановить ее, Мэтт. Чего бы она ни добивалась. Что ж, сегодня мы ее обставили. Очевидно, ее тоже интересуют эти артефакты. Знать бы, зачем они ей. Слышал, что могучий Джим Рейнер снова в деле, но не при деньгах. На Редстоуне самые ценные ресурсы в округе. Но когда здесь появились зерги, килмарийцы резво собрали чемоданы и смылись от греха подальше. Деловые люди могут неплохо раскрутиться на этом предприятии. Если ищешь легких денег, прилетай на Редстоун.
Всем, кто слышит это сообщение. Зерги напали на Агрию. У нас небольшая сельскохозяйственная колония. Доминионцы сбежали. Нужно эвакуировать людей, пока зерги не добрались до поселения. Если вы слышите это сообщение, помогите. Входящее сообщение. Спасибо, что откликнулись на мой сигнал, командир. Я доктор Ариэль Хэнсон. Я представляю население колонии Агрия. Очень приятно, док. Можете звать меня Джимом. Что у вас стряслось? Зерги разрушили нашу планетарную защиту. Колония обречена. В течение последних 12 часов мы эвакуировали людей в ближайший космопорт. Но зергов становится все больше. И теперь добраться до кораблей не представляется возможным. Если вы возьмете на себя защиту шоссе, мы сможем отправлять оставшихся колонистов группами каждые несколько минут. Не беспокойтесь, док. Мы проведем ваших людей к космопорту в целости и сохранности. Надеюсь, что у вас получится, командир. Зерги оказались гораздо ужаснее, чем я могла себе представить. Ковбой, я отправил к тебе огнеметчиков. Сегодня на обед будут хорошо прожаренные зерги. Выжив тут все. Сгораю от нетерпения. Шашлычок. Это запах победы. Приступим с пылу с жару. Приступим с пылу с жару. Сгораю от нетерпения. Это запах победы. Слава богу, вы прилетели. Я передам вам управление над основными зданиями колонии, чтобы вы могли помочь нам с эвакуацией. Шашлычок. Нам предстоит конвоировать колонистов к космопорту, чтобы дать им шанс выбраться с планеты. Из поселка скоро отправится первая группа колонистов. С дымком! ТСМ готов! ТСМ готов! Что стряслось? Поди ж ты! ТСМ готов! Что бы ни случилось, не останавливаемся! Вперед! Вижу все по-взрослому.
требуются дополнительные хранилища. Недостаточно минералов. СМ готов. Кто-то догадался построить бункеры вдоль дороги. Но почему у них никого нет? Когда зерги напали на нас, войска Доминиона бросили бункеры и сбежали. Им было плевать на судьбу колонии. Сожалею, док. Что ж, по крайней мере, бункеры удачно расположены. Надо будет направить туда солдат. СМ готов. Что происходит? Недостаточно минералов. Как скажешь. Недостаточно минералов. Войска союзников атакованы. Кто на новенького? Из огня да в полымя. Выжим тут. Режим готов. Колонисты в опасности! Прикройте их! Приступим! Вооружен и опасен! Кого спалить? С дымком! Сгораю от нетерпения! Доктора вызывали? Это запах... победы. Отдавим их интеллектом. Космопорта будь не близкий. Мы не сможем охранять все шоссе. Что будем делать? Можно закрепить за группой колонистов мобильный отряд. Или построить еще бункеры для защиты шоссе. Огоньку. СМ готов. Что происходит? Огоньку. Скоро выходит следующая группа, командир. Подготовьте своих людей. Как скажешь. СМ готов. Недостаточно минералов. Езжайте в космопорт! Быстрее! Сейчас рванет! КСМ готов! Десер!
Пришло-поехало. Шашлык. Вызывали. ТСМ готов. База атакована. Похоже, все серьезно. Полагаю, дело срочное. ТСМ готов. Высылайте мешки для трупов. Войска, Саня. На колонистов напали! Мы должны их спасти! ТСМ готов! Кому наверх? Давай, удиви меня! ТСМ готов! База атакована. Теряем время. Прочь с дороги! Кого подлатать? Выкладывай. Ну да, конечно. Приказы будут? ТСМ готов. Есть? Давай, удиви меня! Да, да. Что? Командир, скоро мы отправим еще одну группу. Кому навешать? Задавим их интеллектом. Говори. Вооружен и приказы будут. Так точно. Задавим. Два на новенького. А? Чего пугать? Твой счет. Залит под завязку. Бегом, марш! Вору... Подождите нас! Вас понял. Что происходит? Только свистни. Я уже заждался. Ага. Thank you.
Меня на всех хватит. Огоньку? Войска союзников атакованы. Высылайте подмогу! Серги напали на конвой! Поджарьте их! Кого подлатать? Я готова! Я обо всем... Из огня до полымя! Улучшение завершено. Огоньку? Понял. Будет сделано. Пристройка завершена. Кому навешать? Огоньку. Хватит прохлаждаться. Сэр, мы только что обнаружили зерга в верхних слоях атмосферы. Точных координат дать не могу, но эти твари направляются к вам. Огоньку. Доктора вызывали? Все понятно. Бегом! Командир, очередная группа колонистов готова отправиться в путь. Доктора вызывали? Улучшение завершено. Yes, sir. Так точно, сэр! Доктора вызывали? Сейчас рванет! Все на месте! Поехали! Сейчас мне будет больно! Пошла, поехала! Говори! Точняк! Войска сами. Зерги на дороге! Огонь! Высылайте мешки для трупов.
Утка под горой! Колонисты в опасности! Прикройте их! Войска союзников атакованы. Выкладывай! Кому навешать? Давай, удиви меня! Мы теряем время. Меня на всех хватит. Пристройка завершена. Вооружен и опасен. Сэр, недалеко от вашей позиции зафиксирована сейсмическая активность. Думаю, это какой-то подземный зерк. Замечательно. С ними, как всегда, не соскучишься. Кто на новенького? Давай, удиви меня!